Сегодня стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В этом году из-за обстановки в связи с пандемией коронавируса формат акции перешел в онлайн-режим. Однако получить ленту жители города все-таки смогут. Подробнее расскажет Екатерина Дементьева. В этом году традиционная акция движения волонтеров Победы пройдет в двух форматах. Первый – онлайн. Россиянам предлагается найти у себя дома георгиевскую ленту и прикрепить ее на грудь, сделать селфи, разместить фото в социальных сетях с хэштегами «Лучше дома» и «Георгиевская ленточка». При этом не стоит забывать о том, как правильно носить главный символ Победы. Краешки кладут друг на друга и вот таким способом прикрепляют сюда на грудь. Обязательно на грудь, никуда в другие места, на кепки, не знаю, на волосы вместо ленточки, на шнурки, рюкзаки, не знаю, джинсы, крепить ее нельзя. Она крепится только на грудь. Формат офлайн подразумевает раздачу георгиевских лент в отделениях Почты России, в магазинах сетей «Хорошие», «Белые ночи» и «Мясопродукты» с 4 мая. Кроме того, там же можно взять готовую открытку для ветеранов. Эти открытки также будут распространяться вместе с георгиевскими ленточками на этих точках. И на этой открытке они, соответственно, могут написать какие-то поздравительные слова, смогут просто поблагодарить ветеранов, поздравить с праздником. И мы бы очень хотели, чтобы они принесли данные открытки к нам сюда, в молодежный центр. Для этого у нас здесь будет при входе установлен ящик. Сейчас волонтеры и организаторы акции занимаются подготовкой более 5000 лент к раздаче. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».